Речь пойдет об азотных удобрениях. При всех их достоинствах есть у них и недостаток. Даже выпущенные в виде гранул, даже упакованные в бумажные мешки, они иной раз слеживаются, превращаются в плотные комья. С увеличением производства удобрений бумаги требуется все больше. Проблемой занялись в научно-исследовательском институте азотной промышленности. Прежде всего нужно было выяснить, почему слипаются гранулы. Это ученым удалось. В процессе формирования гранул капли жидкого химиката вылетают из конусообразной вращающейся форсунки с разными скоростями, поэтому одни получаются крупнее, другие мельче. Это и способствует комкованию. Мелочь заполняет пустоты между крупными гранулами. Чтобы выровнять скорости капель, камеру сделали более узкой, а одну большую вращающуюся форсунку заменили множеством неподвижных мелких. Гранулы стали получаться более равномерными. Не стало и комкования. Сделан серьезный шаг по пути к созданию удобрений, пригодных к бестарной транспортировке и хранению. Гранулы одинакового размера позволяют достигать большей однородности при смешивании нескольких удобрений. В результате питательные вещества равнее распределяются в почве. Словом, эффект от выравнивания гранул получился весьма ощутимым.